Но для того, чтобы проголосовать, гражданин должен иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Это основной документ, на основании которого ему выдается бюллетень. Соответственно, если мы говорим об избирателях, которые зарегистрированы на территории нашего Ленинского городского округа, то они получат 4 вида бюллетеней, так как у нас две кампании. Одна федеральная – это выборы депутатов Государственной Думы, вторая – субъектовая – выборы депутатов Московской областной Думы. И по каждому из таких видов выборов предусмотрено 2 бюллетеня. Один бюллетень – это бюллетень за партийный список, где кандидат голосует за партию. И второй бюллетень – это одномандатники, где непосредственно уже избиратели голосуют за конкретного кандидата в своем округе.